Всем здорово. Ну, сейчас покажу, как нужно вызывать лоцмана за 2 часа. Stralsund Pilot. Что спросят? Ну, думаю, максимум, что спросят, это осадку. И, возможно, ну, и я спрошу, какой борт готовить трап. Ну, скорее всего, он скажет, за полчаса еще позовите, как обычно бывает. И там уже его точно скажу. Что, посмотрим. Stralsund Pilot, мотовессел Сула Коленьова. Stralsund Pilot, мотовессел Сула Коленьова. Good morning, sir. It is motor vessel Sula. 2 hours from now to land here. Bravo. Okay, pilot on arrival. What side pilot letter? Side, the pilot letter. Side. Okay, lee side 2 meters above the water, is correct? 1.5 meters. Ah, 1.5 lee side. Okay, understood. Pilot on arrival. I will call you back half hour before. Okay. Ну, короче, как-то вот так вот. Шипело, сейчас вот вроде более-менее настроилось. Более-менее понятно, что он говорит. Как-то так. Ничего особенного. Сказал, что только лоцман по прибытию сразу будет. Ну, я спросил про лоцманский трап. Сказал, lee side, соответственно, это подветренная сторона. 1.5 метра до воды. Вот и все. Едем дальше.